Всем привет! Это Мотопанорама. Вы смотрите третью часть сериала «Британский мотоциклист». Итак, вы получили CBT, сдали теоретический экзамен, позанимались в мотошколе и пришли сдавать модуль 1. Модуль 1 проходит на площадке тест-центра. Длится он 10-15 минут. Что вам нужно взять с собой? С собой вам нужно будет иметь сертификат о сдаче теоретического теста, CBT-сертификат, права и паспорт. Не обязательно британский, любой. Сначала инспектор проверит ваш мотоцикл, а потом вас пропустит на экзаменационную площадку. Вам предложат вести себя так, как будто вы находитесь на дорогах общего пользования. Вас попросят проехать в одну из зон, отмеченных конусами, остановиться и поставить байк на подножку. Затем вы должны будете снять байк с подножки и перекатить его хвостом вперед из одного парковочного места в другое и поставить его опять на подножку. Вам покажут диаграмму проезда и объяснят, что от вас требуется. Вы должны будете сделать слалом между желтыми конусами и две восьмерки вокруг синих конусов. Не касайтесь ногами земли, кроме как во время остановки. Допускается 5 незначительных ошибок, но следующие ошибки являются грубыми ошибками, например, коснуться земли ногой, задеть конус или проехать лишние несколько сантиметров при остановке. Не забудьте, что вы должны вести себя на площадке так, как будто вы находитесь на дорогах общего пользования. Делайте shoulder checks, проверки безопасности, хотя вам, конечно, будет известно, что там никого и ничего нет и не может быть. Затем инструктор предложит вам подъехать к нему и продемонстрировать навыки медленной езды. Вы должны будете проехать медленно и остановиться в зоне, отмеченной конусами. Следующее упражнение – разворот. Вы должны будете развернуться между двумя линиями. Затем вас попросят проехать по площадке с поворотом на скорости 30-50 км в час и сделать контролируемую остановку в зоне, отмеченной конусами. Скорость при этом не контролируется. Затем вы опять проезжаете по кривой, но в этот раз уже на скорости не менее 50 км в час. Скорость контролируется радаром. По сигналу инструктора вы должны будете сделать аварийную остановку. Если скорость будет меньше, то вам дадут вторую попытку, но это будет считаться ошибкой. И последнее упражнение, которое вы делаете, это проезд по кривой, объезд препятствия и контролируемая остановка. Все это делается на скорости не менее 50 км в час. Скорость контролируется радаром. Не забудьте, что вас наблюдают между упражнениями и до тех пор, пока вы не выйдете с площадки и не запаркуете свой мотоцикл. Если вы завалите, то пересдача не ранее, чем через 3 дня. Если все прошло нормально, вам сразу дадут сертификат, с которым вы должны прийти сдавать модуль 2, город. Ну вот и все на сегодня. В следующем видео мы поговорим о том, как проходит модуль 2. Если вы досмотрели до этого места, то, вероятно, это видео показалось вам полезным. Тогда прошу вас, поставьте, пожалуйста, лайк, чтобы больше людей могло его увидеть. А пока спасибо вам за просмотр и всего самого лучшего. Удачи!